Очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберцы прошло в местной администрации. На повестке дня у народных избранников было 17 вопросов. Среди них это норма предоставления общей площади жилого помещения для детей-сирот, а также установление налога на имущество физических лиц. Тему продолжит наш корреспондент. Единогласным решением депутатов в Люберцах введена единая налоговая льгота на имущество физических лиц. Льготные категории поселений Малаховка и Октябрьский, а именно многодетные семьи, малоимущие граждане и ветераны труда, теперь получат скидку при уплате налога на имущество. А что касается налоговых ставок в городских поселениях, то они остались прежними. Обращаю внимание, что в настоящее время все социально незащищенные слои населения, как уже говорил, это все льготники, носители, это пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие граждане, ветераны труда имеют соответствующую льготу. А те, которые не имели раньше в поселках, такую льготу получают. Как следствие, соответственно, все социально незащищенные слои населения нами защищены. Также народные избранники утвердили нормы предоставления муниципального жилого помещения в размере не менее 27 квадратных метров для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Данный документ подготовлен в соответствии с рекомендациями контрольно-счетной палаты Московской области. Документ в установленном порядке согласован, все замечания и предложения учтены в полном объеме. Спасибо. В комиссии тоже было принято положительное решение. Вопрос очень тщательно тоже рассматривался. Коллеги, есть вопрос на кладочку? Нет, ставлю на голосование. Кто за? Традиционно в канун Дня города Совет депутатов принимает решение о присвоении звания почетного гражданина городского округа Люберцы. На этот раз высокого звания удостоен ректор Московской государственной академии физической культуры Сергей Сейранов. Луиза Егазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.